Итак, всем привет, уважаемые зрители моего канала. Что вы видите перед собой? Вы видите перед собой принтер HP Color Laser G2605. И вы видите картридж к нему, манжета. Это пурпурный картридж красного цвета, если по-русски выражаться. Значит, вот этот картридж я сегодня купил в Эльдорадо. Такой вот замечательный картридж. Вот я вам его со всех сторон покажу. Вот этот картридж. Вот. Называется он HP Q6003A. Вот, видите вы, да? Hewlett Packard, сокращенно HP, Color Laser Jet Q6003A. Вот он подходит к этим принтерам. HP Laser Jet Color 1600, 2600 и 2605. То есть вот у меня HP Color Laser Jet 2605. Так что я буду сейчас вскрывать вот этот вот картридж и буду вам показывать, как я заменяю вот здесь вот, вот эти вот картриджи. Вот видите, да? Вот он картридж, вот этот вот нижний. Если вам тут видно. Видно вам тут? Да, видно. Вот этот вот картридж я буду менять. Вот этот вот нижний картридж. Потому что он уже гадит очень сильно. Так. Значит, что я делаю? Беру перво-наперво вот эту вот штуку, разрезаю. Так вот я ее подвину. И разрежу. Разрезал. Теперь вы видите нулевой полностью. Вот здесь вот запечатанная коробка. Вот так вот я ее вскрываю. Ой. Ну, короче, вот так вот она вскрывается. Вот. Вот так вот. Вот, вскрылась. Вот так вот достаю отсюда картридж. Достал картридж. Вот, видите, вот такой вот картридж. Коробку я вот сюда поставлю пока. Вот так вот. Так, а вот картридж. Вот вы видите, да? Вот такой вот он. Манжета тоже красный. Сейчас я его вскрою. Так. Предварительно что надо сделать? Предварительно надо вытащить вот этот вот картридж. Вот отсюда. Вытащил я его. И пока положу вот сюда. И закрою пока. Теперь вот здесь вот надо потянуть за какую-то штучку. И оно откроется. Вот так вот. Вот так вот потянуть надо. А, вот сюда вот. Так, что-то я не понимаю. Вот так, что ли? Да, вот оно. Начинает вскрываться. Вскрылся картридж. И достаю я картридж. Вот, достал картридж. Вот эту вот штуку убираю. Вот сюда вот положу. Вот старый картридж, вот новый картридж. Вот. Вот видите вы, да? Вот новый картридж, вот старый картридж. Так. Теперь за чеку деру. Достал эту чеку. Так, куда-нибудь ее повешу. Вот сюда вот. Вот сюда вот повесь. Ой. Чертовка упала. Хрен с тобой. Так, тонером все перепачкал. Вот, значит, теперь переворачиваю вот так вот картридж. И ставлю его вот сюда. Вот так вот я его ставлю. Видите вы, да? Все, поставил я картридж на место. И закрываю. А вот этот вот картридж, он у меня еще до конца не израсходован. Тут еще есть тонер, вот этот вот картридж. Я его засуну вот в этот кулек про запас. И засуну вот сюда. Вот сюда вот засуну опять. Старый картридж убрал. Новый картридж вставил. Так. Теперь включаю принтер и начинаю делать очистку принтера. Так. Вот, вот так вот вам видно все. Я надеюсь. Вот так вот я поставлю. Так. Вот видите принтер. Открыта крышка. Закрыл крышку. Инициализация. Слышите, заработал принтер, да? Тут вот видите, черный картридж, желтый картридж, синий картридж и красный картридж. Четыре картриджа. Калибровка проходит. Вот, я вам все показываю. Но, в принципе, я картридж быстро заменил, как вы видели, да?
Сейчас больше принтер калибруется. Потом я его почищу. Калибровка идет. Ну вот я тут, меня видно, да? Калибровка долго идет. Но эта калибровка, я так понимаю, он смотрит, сколько тонеров, картриджа. Вот этот вот старый картридж был наполовину пуст, наполовину полон. Но он начал мазать, он начал тонер пропускать. Видимо, ракель у него, то есть нож был в плохом состоянии и пропускал, не счищал остатки тонера. И поэтому эта пленка термопереноса, она пачкалась вот этим красным тонером. И вот у меня на листах бумаги вот такие вот были плохие, вот, такие вот плохие были красные полосы. Плохо распечатывал. Калибровка долго идет. Наверное, будет 2 минуты идти или 3. В прошлый раз, когда я менял черный картридж, тоже калибровка шла где-то минуты 4 или 5. Так, готов. Вот. Красный картридж полностью, синий чуть-чуть осталось, желтый половина и черный почти полностью. Так, теперь я главное меню, отчеты, настройка системы обслуживания, режим очистки. Вот, очистку провожу. Сейчас я вам покажу, какой лист выйдет в бумаге. Да, я вам не сказал, вот этот вот картридж новый, который я сегодня купил, он стоит новый 4000 рублей, но он стоил 1200, скидка на него была 600 рублей, я его купил за 600 рублей. Плюс списал еще 100 бонусов, 180 или 190, и, короче, заплатил я за него 455 рублей. То есть стоит он 4000, а заплатил я за него 455 рублей. Так, вот сейчас посмотрю. Лист бумаги, в принципе, почти чистый. Сейчас я еще очистку проведу. Обслуживание, режим очистки. Потом восстановление стана проведу. Или это восстановление стандартных настроек, тут уже не видно. Вот. Уже тут. Сейчас продую я это все. Очистка идет. Сейчас вот вышло два листа бумаги без красноты. Огромная сори, прервалась запись, разрядился аккумулятор в неподходящий момент. Так, значит, вот здесь вот лежит старый картридж, внутри этого принтера стоит новый картридж. Принтер перестал красные полосы выдавать, так что решил я проблему с этим принтером. Вот здесь стоит вот этот вот картридж новый, вот видите. Все нормально, все чики-пуки. Сейчас я последний раз прогоню очистку. Сейчас включу, прогоню очистку. Сейчас бы только оно опять калибровку не начало. Я надеюсь, не будет начинать калибровку. Сейчас очистку картриджей проведу. Уже третью или четвертую. Готов. Так, значит, отчеты, настройка системы обслуживания. Режим очистки. Так, вот пошла очистка. Уже четвертый раз пошла очистка. Вот видите, вот тут выходили практически без красноты листы. Сейчас я вам покажу, какой лист выйдет. Вот идет очистка. Так, вот здесь вот старый картридж, вот здесь вот новый картридж. Термопереводная бумага очищается сейчас. Вернее, термопереводящая пленка очищается сейчас. Сейчас я вам покажу, что вышло. Вот, смотрите, вышло, тут немного синевы, вот синевы чуть-чуть есть, красноты совсем нету, то есть остались синие полосы, красных полос нету.
Так, все нормально, все чики-пуки. Всем вам спасибо за внимание. До свидания. Ставьте ваш королевский лайк. А на этом я с вами прощаюсь. Всем пока. И выключаю вот этот вот принтер. Так, и убираю вот этот вот картридж вот сюда. Всем покедова.